компанию, за то, что вы посетили нашу страну. И назад эти дни вы очень много рассказали, как мы вас ценим и как мы вас любим. Давайте еще раз друг другу все вместе поаплодируем. Также хотела бы поблагодарить замечательный отель «Мираджио» за гостеприимство. Спасибо огромное. Ну, мы еще будем говорить с руководителями отеля. И сегодняшний наш вечер, я буду отдыхать вместе с вами, да, как бы. Сегодняшний вечер будут вести, и приехали к нам в гости, приехали с вами также, кто познакомится, кто встретится со старыми знакомыми, наши коллеги из центрального офиса. Я хотела бы представить вам руководителя VIP-подразделения холдинга Muzanidis Group, руководителя Elion Club, Роман Сарбаш. Руководитель отдела продаж Ахиллес Михайлидис. Менеджер отдела продаж и куратор белорусского рынка Козмас Сецидис. И я с удовольствием передаю микрофон и вообще право вести этот вечер руководителю отдела продаж. Ахиллес, пожалуйста. Спасибо большое, Лида. Коллеги, добрый вечер. Добро пожаловать на завершающий вечер, в принципе, вашего замечательного топ-тура. Мы надеемся, что сегодняшний вечер будет интересным, веселым. Мы будем танцевать, мы будем радоваться вместе с вами, завершать наш сезон 2019. Хотим вас поблагодарить. Спасибо большое вам за доверие на продукт и, в принципе, на бренд компании Muzanidis Travel. Этот летний сезон был довольно сложным, можно сказать, но, в принципе, он был стабильным. Для нас, коллеги, очень важно, что вы доверяете нам, вы предлагаете наш продукт в ваших странах. Вы не случайно находитесь здесь сегодня, ведь вы наши лидеры. Вы лидеры по направлению полуостров Халкидики, а также, в принципе, по направлению Греция. Спасибо еще раз, что вы делаете все возможное для того, чтобы ваши с нами туристы приезжали именно в нашу замечательную страну и отдыхали на наших популярных, замечательных курортах. Я надеюсь, что сегодняшний вечер у нас, как я сказал, пройдет очень хорошо. Мы будем танцевать, мы будем знакомиться. После завершения данного вечера мы с вами, надеюсь, будем друзьями, то есть будем обращаться друг к другу на «ты», будем общаться, будем переписываться, потому что мы, как компания Muzanidis Travel, как принимающая сторона, мы всегда находимся на линии, мы всегда открыты для того, чтобы помогать, отвечать на все ваши вопросы. И для меня это большой шанс познакомиться с вами, как руководителя отдела продаж, и в дальнейшем, конечно же, работать более плотно. Коллеги, сегодняшний вечер будет интересным. Мы сделаем много чего. Будут сюрпризы, будут также еще люди, которые приедут к нам, высшего руководства компании Muzanidis. У нас, конечно же, где-то в середине нашего мероприятия будет награждение. Мы будем вас награждать за то, что вы у нас лидеры, у нас топ-лидеры. А сейчас я хотел бы передать слово господину Дмитрию Колесникову, председателю управления компании Cromwell Hotels and Resorts. Приветствует меня слово. Дмитрий, пожалуйста. И далее поговорим. Спасибо. Добрый вечер. Сначала я предлагаю выпить, потому что говорить я буду долго. Ну, точнее так, как помните, как в том фильме «Каратенечко» минут на 40. Поэтому предлагаю сначала налить, а у вас ничего нет. Ну, у нас, как всегда, знаете, у нас, как всегда, все не по-русски. Вообще, когда мы ожидали вас, когда смотрели программу, я хочу извиниться за все, что произошло в эти несколько дней. Потому что в изначальной программе было много того, чего вы не увидели. Было бы посещение других отелей, было много разных интересных номеров, которые вы должны были увидеть. Было много торговых центров, которых вы не увидели. Вам пришлось ездить на квадроциклах, путешествовать на яхте, ходить в спа. В общем, мучаться, как мучаются всегда туристы. Я надеюсь, эти мучения были для вас приятные, и надеюсь, что вам будет что вспомнить, вернувшись домой. Поэтому большое спасибо, что вы приехали. Надеюсь, что вы будете вспоминать и Грецию, и отель «Мираджио», Muzanidis с добрыми словами, даже если будет болеть завтра голова,
вспоминайте добрыми словами. Мы все лето много делали разных праздников, разных мероприятий. И сейчас в отеле у нас завершающая стадия музыкального фестиваля с нашими друзьями из Геликон оперы. Поэтому я предлагаю этот вечер начать с песни и приглашаю сюда солистку Геликон оперы Майю Бартовскую.